Еще. Очередь же, Бараш. Как раз отдохнешь. Техника есть. Тактически подкован. Не хватает скорости. А? Кто здесь? Я фей, и вы только что спасли меня мастерским ударом, припечатав злого волшебника. Я хочу отблагодарить вас и выполнить какое-нибудь ваше желание. Так, сборник стихов. Нет, ямочку на подбородке уже поздно. Я хочу быть очень быстрым. Всегда? Да нет, ну зачем же? Только в настольном теннисе. Я вас понимаю. Сим соловей, ахалай-бахалай, абракадабра. Возьмите этот шар, и пока вы играете им, вы будете очень быстры. О. Следующий. Подавай. Работает! Ничего себе! Получилось! Получилось! Теперь я самый быстрый! Самый быстрый! Я! Что происходит? С моей подачи! Получилось, получилось, я быстрый, я самый быстрый, самый. С Барашем что-то не то. У него судороги. Получилось, получилось, самый быстрый в мире. Нам нужно доиграть партию в теннис, иначе это не прекратится. О, боже, я лежу тут уже целую вечность. Это для вас 2 дня прошло, а для меня в 10 раз больше. Давайте его развяжем. Он такой несчастный. мы не сможем поймать его второй раз. Ну и пусть. Помочь мы ему тоже не можем. Вот. Вот. По-моему, он захватил Нюшу. Последнее очко, и это должно закончиться. Фу. О! Бараш, ты как? Теперь нормально. А что с тобой было? Я был слишком быстрый. Не надо бояться. Даже если противник больше и сильнее, его можно победить. Потому что существуют приемчики. У всего есть слабое место. Вот если бы ты боролся с лопатой. Какое у нее слабое место? Она наполовину деревянная, а наполовину железная. О, у нее нет слабых мест. Смотри, она неустойчива. Почему? Потому что у нее одна точка опоры. Вот тебе приемчик. Ты стоишь на двух ногах. Две точки опоры. А если потянуть... Одна точка. Убираем эту. Противник повержен. А ну-ка, дай-ка. Так, нет. Сильнее, сильнее. Не получается. Наверное, я все-таки слишком тяжел для тебя. Ой, попробуй сделать приемчик Карычу. Получилось! Получилось, получилось, получилось! О, молодец! Ой. Вы что? Вы что, с ума сошли? Ёжик, на себя! На себя ногу! Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Ёжик пытается сделать проход в ноги. Так? Именно. Так, ну, ёжик, просунь руку Крошу под мышку, под мышку. Ёжик, щекотно. И на бедро его! На бедро! Да я пробую! Попробуй на другое! Ничего у меня не получится. Ёжик, возможно, у тебя не получается, потому что я знаю, какой прием ты хочешь применить, и готов к нему. А вон идет наш друг Пин, и он даже не догадывается, что его кто-то хочет бросить через бедро. Давай. Стой! Стоять! Я давно за ними наблюдаю. Еще мгновение, и ты был бы на земле. А они бы кричали: молодец! Что здесь происходит? Ежик, нужно объяснить. Вот. И что это? Чудище. Появляется в темноте из шкафа ежика. Видишь, само оно большое, а ноги выглядят слабыми. Я вот и думаю, что нужно или подсечку делать, или проход в ноги. Подсечку? Чудищу? Вы серьезно? А что? Мельницу надо делать. И на болевой. Сдаюсь, сдаюсь. Чистая победа! Ура! Учите кролика прыгать! Крош, ты обещал пропылесосить? Ага. Крош! Сейчас. Ой! Крош, закончи пылесосить, пожалуйста. Да. Давай после завтрака. Заведи себе мышеловку, и твой слон скажет тебе спасибо. А вот твой дом, Крош, тебе спасибо не скажет за такое к нему отношение. Да все нормально, Совунья. Чтобы мы с моим домом и не договорились. Ах, вот оно что. Так может, твой дом тебе и завтрак сделает, если он не в обиде. А я вернусь только тогда, когда ты закончишь уборку. Ну, завтрак-то можно было бы. Ладно. Ваш дом оброс мусором? Тьфу ты, елки-иголки, я не туда же. А уборку делать не хотите? Ну и что тогда? Установите у себя дома нашу систему «Умный дом» и забудьте о домашних заботах навсегда. «Умный дом» сам себя приберет, приготовит вам еду, расскажет сказку на ночь и поправит вам одеялко. Кто заводит «Умный дом», начинает жить с умом. Живи с умом! О, то, что надо! Заказать! Хм, и что тут за ерунда? Ну-ка, ну-ка. Это что? Живи с умом. Умный дом приветствует кролика. Здрасте. Крош! Крош! Ты там с голоду не умер? Ой! Ты чего, Совунья? Я тебе ужин принесла. Да, спасибо, конечно. Но мой дом уже кормит меня отличным морковным салатом. Не хочешь попробовать? Ну, не хочешь, как хочешь. Ой, 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 ой. Так, а теперь... А теперь время здорового сна. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни. Птички уснули в саду. Доброе утро, кролик. Да что не так-то? Завтрак потом. Сперва зарядка. 18... 19, 20. Эй, дом, все готово. 20 подтягиваний, как договаривались. Хороший кролик. Да. Еще 20 километров на беговой дорожке, а потом завтрак. Беговая дорожка? Не хочу, я уже чистил зубы. Чистить зубы необходимо после каждого приема пищи. Умный дом должен делать в себе уборку. Пусть кролик пойдет и подышит свежим воздухом. Что, серьезно? Это еще зачем? На улице и так очень свежий воздух. А, ладно, неважно. Ха-ха! Глупый дом! Ты думаешь, я теперь вернусь в тебя? Ха-ха! Как же, жди! Кролик слишком долго дышал свежим воздухом. Почти весь воздух закончился. Кролик должен быть осторожнее. Я теперь буду очень осторожен. Слышь, дом, а я вот думаю, а как ты такой большой помещался в такой маленькой коробке, а? Старая неумная шутка. Да? Да. Ну, тогда спокойной ночи, дом. Спокойной ночи, кролик. Спи, моя радость, усни. Где? Кролик. Ночью кролик должен спать. Ага, железка, не вышла? Ой, ай! Что, руки короткие? Не на того напал, умник! Дикие кролики не сдаются! Кролик умеет за себя постоять! Кролик, это еще что? Где живут дикие кролики? Дикие кролики живут в диком лесу. Кто живет в умном доме? В умном доме живет домашний кролик. Чего хочет домашний кролик? Ночью домашний кролик хочет спать. Умный кролик. Ну, то есть, про уборку я теперь и думать забыл. Ну, ты раньше про нее не больно-то вспоминал. Что-то ты бледный какой-то. На свежем воздухе хоть бываешь? А то! Каждый день! Еще пробежки, подтягивания! Я же умный кролик! А, Бараш, проходи, дорогой! А что это у вас тут, щетки для копыта не работают, что ли? И ароматизаторы воздуха какие-то подозрительные. У тебя что, тоже умный дом? Я же умный. Баран. Кто заводит умный дом, начинает жить с умом. Живи с умом. Крош! Ты меня слышишь? Я в последний раз спрашиваю, ты будешь пылесосом? Совунья? Крош? Совунья, милая! Ну все, дом, держись! Умный кролик наведет в тебе порядок!